Пацаны могут начинать. Так, сейчас я посмотрю шпиталку. Лучше если вы прыгаете. Нет. Лучше. Нет. Чем тяжелее, тем лучше для вас. Есть. Вывод. Какой сделал? Вот ты вывод сделал. Какой? Он не должен пояс брать. Да какой пояс, все. Поэтому не давай пояс ему. Стой прямо. Но если взял пояс, то, конечно, лучше уже тогда свалиться и сделать его. Делайте, подходите ко мне. Все втроем. Все втроем. По одному нет. Поднимай ноги назад. Подстригай вам ноги. А как вам есть? Ты поднимаешь ноги назад и теряешь. Это не было.
Там уже ничего не болит, уже все прошло. Да, Маша, возьми пояс, забросишь. Вот, так я не смог, я его только буду. Хорошо здесь надевать. А не хочешь? Почему не хочешь? Некрасиво. Что некрасиво? Тебя мышца не вырастет. Так как ты занимаешься, она не вырастет. Вырастет, не вырастет. Не вырастет. Такой нагрузка, как вот ты делаешь, не вырастет. Так, чуть-чуть. Еще посмотрим. Да, ты можешь? Ой, заходи сюда. И потери. Не отжиматься, рука у тебя болит отжиматься. А так лучше. И старается руками до пояса. Прыгай, прыгай, прыгай. Прыгай руками вниз. Я не могу, 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 я не
Андрей, а сколько до рукав умеешь делать? Да, немножко. Вот там. Раз, и ноги за... Нет. А, где надо? Да, и ноги забросить. Не умеешь. Маша, пасти умеешь? Я. Да. Надо чуть подальше, подальше стоять. Вот, а сейчас пожалуйте так, стоите и разомейте на дорогу. Руки не широко, а уже. Не все, у тебя руки близко. Подальше руки от мата. Нет. Подальше, сюда. А ты близко подходишь. Вот так. И закидывай ноги. Вот. Что, Маша, все? Максим, а ты столько умеешь делать? Все, открыли ноги, стоят, так что не можно домой, и идите. Маша, еще прыгать будете? Будете прыгать? Я отлично, как хочешь.
хорошо спать, а мы все. Да. Шикар, папа. Сегодня же узнает мое место.